Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Вора, и нам сейчас нужно, как я понимаю, выбраться из... из поместья Норкриста, из его замка, дворца довольно большого, который я... Ох, далеко не весь я пытался как бы... обойти. Потому что он реально большой. Так, здесь уже начались беспорядки. Давайте мы сейчас сохранимся, да, и попробуем потопать себе дальше аккуратненько. Зачем нам нужно... Зачем нам нужно, давайте мы посмотрим в торжественный зал. Так, барон вряд ли... Понятно. Но непонятно, зачем нам в торжественный зал. Наверное, что-то там... Еще украсть можно. Ладно, давайте глянем. Вот теперь, наверное, есть смысл сбросить люстру. Хотя она не упадет на вот этого товарища, мне кажется, да? Да, скорее всего, не упадет на него, а упадет рядышком. Ну, а такой вариант меня не устраивает. Меня спалили. Как будто его и не было. Как будто бы меня и не было. Да, последнее сохранение. Можно загружаться спокойно себе, потому что тут... тут, конечно, довольно жестко. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Вот это как-то я так вылез вообще неожиданно. Так... Можно сейчас спрятаться ненадолго и, в принципе, избавиться от этого. Да. Отлично. Давайте спрячем тело, где его никто не найдет. Все. Сохраняемся. И давайте посмотрим теперь. Не обыскивают трупы периодически. Чем они тут еще занимаются? Ну, я даже не знаю. В принципе, мы куда можем тут? Мы никуда не можем здесь спрыгнуть. Если мы сбросим люстру, то это дополнительного шухера наведет. А этого я не хочу. Так, а нужно ли мне куда-то сюда? По-моему, не нужно. Ловушки я уже, наверное, обезвредить не смогу. 5 штук, да? Я так предполагаю. Так. Двое здесь. Один вниз спускается. Оп-оп-оп-оп-оп. Будьте начеку и доживете до нового рассвета. Второй, по-моему, тоже собирался вниз спускаться, но потом резко передумал. Нет? Если он не дурак, то уже научился бояться заря. Не хочу, чтобы меня спалили. Ни в коем случае. За это я много денег получу, за то, что меня никто не спалит. Не знаю, можно всех убить. Но это не мой вариант. Давайте сейчас попробуем тогда избавиться от вот этого товарища, да? Это будет теперь уже несложно. Что? Ау! Стоп! Ну да, несложно. Надо было присесть хотя бы, что ли, для начала, а потом уже рассказывать о том. Эй, да ну как ты меня видишь? Ну елки-палки. Я ж теперь даже и присел, и все как положено сделал. Ладно. Вот так вот. По-моему, у нас не заметили. Отлично. Так. Теперь можем избавиться от этого товарища. Что? Оу. Ну как, откуда ты взялся?
Вот он сейчас вниз идет. У меня есть вера, а у него ничего. Давайте сейчас сохранимся и попробуем тогда сейчас ударить. Уносим тело, чтобы патрульный, который будет возвращаться, да, чтобы нас не спалил. Ну и тело не спалил, чтобы кипиш не поднял. Так, все, сбрасываем. Сохраняемся. И нам получается вот на эту сторону, или может быть даже вниз, я так и не понял пока что, куда нам нужно. Ну, давайте мы посмотрим. Так. Опа. Перерезали кому-то горло. Воу-воу-воу-воу-воу, как ты не кстати сюда идешь. А, или ты не сюда? Он не сюда. Это испытание моей преданности. Давайте мы залезем в шкаф и с шифтом попробуем сейчас из шкафа вырваться. А, я сохранение прошло как раз. Так. Я в этом не уверен. Наверное, будет правда громко, и если кто-то будет там рядышком стоять, то привлечет внимание. Ну, ты идешь сюда? Блин, жалко, нельзя на эту сторону пройти и посмотреть. В эту сторону чуть больше видно, а в эту ничего не видно. Нет, он не идет сюда. А вот он как раз пришел. Так, блин, сколько их здесь ходит-то, а? Тушим свет. Гасим свечи, да? По-моему, сейчас он перестанет. Давайте мы глянем по карте. А, ух, нам, короче, сюда. Или сюда, или сюда. Как они резкие такие, да? Ходят так быстро. Так. Двое тут. Этот сейчас придет сюда, к шкафчику. Давайте мы сохранимся. И попробуем... Нет, не попробуем. Ладно, мы тогда... Блин, куда этот делся уже? Ладно, все, я вижу, вот можно наверх забраться. И сейчас можно будет кого-то оглушить. У нас здесь пару сейфов есть. Так, не идет он почему-то. Дальше. Жаль. Так. Короче, сейчас мы шухеру наведем. Ну, блин, не получилось. Я думал, он пойдет в другую сторону. Как они меня разводят просто? А вот так вот мы сейчас сделаем тогда. Оп. И одной проблемой стало меньше. Главное вовремя загрузиться, называется. Так, сбрасываем тело подальше немножечко. Хорошо, теперь сохраняемся и... мы можем оглушить одного здесь, да? Вон он. Хорошо. Давай, 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 давай. Оп. Отлично, все, сюда больше уже никто не придет. Мы можем здесь осмотреться спокойно. Письмецо. А, это не письмецо, это поручительство. Хорошо. 20 монеток лишние. Так. А вот это вот интересно. Пароль от сейфа. Этот сейф мы можем закрыть. А, 108. Может, и здесь такой же? Давайте попробуем. 1-0. Нет. Было бы слишком просто, наверное, если бы здесь такой же был пароль. Ну, может, у меня в записочках какие-то есть тут.
пароля. Сейчас мы посмотрим. Здесь завалено. Это даже радует немного. Помочь? Помочь, дружище. Вот так вот надо двери открывать. Это не дверь, ну ладно. Так, нет места, ножницы. Что у нас еще здесь есть интересного такого? Давайте почитаем записки. Документы, глава 6. Три записи у меня всего из 12 есть. Так, я их открыть почему-то не могу. Почему? О, открыл вроде бы. Сожженное письмо. Сэр, я понимаю, что времена тяжелые, вы, наверное, очень заняты, но я вынужден поторопить вас с очередным платежом. Как вы знаете, ее состояние не улучшается, и настойка опиума почти кончилась. Прошлый врач согласился, что остались считанные недели до того, как она... Остальная часть сгорела. Так, слухи не врали. Нас всех сокращают. Скажи, что работала. Так... Что у нас? Что? Карта внутреннего двора. Да? То, что мы там получили еще в самом начале буквально. А вот, кстати, да? Сюда мы проходим, сюда. Ну, я, короче, тогда озадачен. Я, видимо, этот сейф тоже пропускаю, потому что... 1.08. Может быть, если бы, да, если бы я в первой части этого задания как-то больше бы провел времени в замке, да, исследуя. То вполне возможно, что я бы и нашел пароль. Но я решил немного упростить себе задачу. И пропустил я, наверное, очень большую часть, очень много разных сокровищ, сейфов, картин и всего прочего. Но на самом деле я не особо жалею. Так, ладно, все, поехали дальше. Я не знаю, как открывать этот замок. Торжественный зал. Возьмите ее кровь! Вот зачем. Ты гоняешься за мной, чтобы спасти себя. И даже не признаешься в этом. Вот зачем мы пошли. Ворам нельзя возвращаться на место преступления. Но это место меня притягивает. Где-то здесь должен быть путь в лабораторию. Найдите тайный ход в лабораторию. Так, а где? Еще, наверное, где-то здесь. Неизвестно где. Так, не зевать, не зевать. Опа. Я тебя найду. Найди меня, найди. Найди меня, найди. Так. Это мы сверху, получается, спустились, да? И вот там вот, наверное, тайный ход в лабораторию. Ну, иди сюда. Иди давай поближе. Опа, спалили меня. Ух ты! Как это он так меня взял, да и спалил? Там вроде бы темно было, может, там светло было. Ух ты. Автосейв перестал работать напрочь. Я понял. Так, я... оглушил здесь обоих охранников, которые в прошлый раз меня спалили. И вот я нашел кнопочку тут замечательную. И, оп, наверное, тайный вход в лабораторию. Я так предполагаю. Спускайтесь в лабораторию. Окей, мы могли, наверное... Хотя даже не знаю, как мы могли. Но, наверное, как-то могли здесь еще пройти. Окей, смотрим, чтобы не было ловушек никаких. Может, все-таки еще будет две ловушечки, я смогу их как-то обезвредить. Так, фонари зажглись.
Вроде пока все спокойно. Давайте мы ускорим шаг. Окей. Сохранимся. Так. Львы индустрии. Вроде даже никого и нет. Но я, во всяком случае, пока что никого не вижу. В принципе, должна вся охрана была охранять барона, да? А... Это осколок камня Примали. Но он закреплен в каком-то устройстве. Искать руководство нет времени. Разберусь так. Предел прочности. Заберите осколок камня Примали. Лебединая песня. Так, потом почитаем, если будет время. Рычаги, кнопка там какая-то. Отчет о ремонте лаборатории. Ну, не знаю, давайте рычаг нажмем. Даже будем разбираться потихонечку. А, туда веревку можно закинуть, да, будет? Можно вниз еще, как я понимаю, там немного спуститься. Какие-то зеркала были, наверное, что ли. Так. Сейчас мы все сделаем. Сейчас все сделаем. Давление углубляет трещины. Если как следует надавить в правильных местах, я сломаю эту штуку. Да, куда крутить, я что-то пропустил. Назад, наверное, да? Вперед. Так, хорошо. Я знал, что самый верный способ это все сломать. Прогресс. Окей. У нас получается восьмерочка, да? Сохраняемся и прыгаем. Нет, спускайся вниз и прыгай. Так. А что у нас тут? О, колечко. Вот зачем мы сюда. Что тут у нас? Заглянули. И все, больше я ничего не вижу. Еще ниже спуститься не представляется возможным. Хорошо, ладно, тогда поднимаемся наверх и будем дальше крутить, вертеть. Может быть, теперь надо опустить наоборот, сейчас посмотрим. Давай, прыгай, прыгай. Попробуем теперь вот это покрутить. А теперь еще ниже. Давай, еще ниже. Еще ниже. Чудесно. Теперь здесь немножечко подбавим жару. Здесь там. Как нам теперь туда забраться? Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Какие-то субтитры вообще левые. Так, бегите из поместья. Хорошо. Теперь надо выбираться. Снова. Что такое, мастер вор? Я не вовремя пришел? Прости мне мою неуклюжесть. После нашей первой встречи я стал тяжеловат на эту ногу. Раньше, когда ловили вора,
Его руки окунали в горячий дёготь. Чёрные руки. Но твои руки я повешу над камином. Неплохо, неплохо. Свалили. И не придется выбираться отсюда. Мне нравится такой вариант. Хотя, может, еще придется выбираться. Сейчас посмотрим. Придется. Миссия еще не закончена. Эти трубы должны выходить на реку под мостом. Оставьте мне парочку! Сюда! За окна! Это случайно не та канализация, да, через которую я заходил? Наверное, так. Не похоже. Какой-то слишком чудесный вид отсюда. Так, здесь больше ничего нет. Давайте мы сейчас навыки концентрации раскидаем куда-нибудь. Например, вот в скрытность закинем последний, да? Отлично. Так, теперь давайте мы дочитаем документы, которые у нас остались из 6 главы новые. Отчет о ремонте лаборатории, да? Штука, мы посчитали серию, укрепили основные заклинания. Эта штука сварена круче, чем трубы на берегу реки. У нас осталось немного материалов. Мы их заберем сегодня после собрания. Так, предел прочности. Понятно. Ну, в принципе, тут ничего особо интересного мы не прочитали. Озаренные оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. Как нам теперь пробраться? Вот прыгать, наверное, не стоит. А, лодка, вижу, лодка. Да, подсвечивается же, правильно? Мы берем вот так вот, стреляем. Бах! Ой, промазал. Так, нет, не промазал. Прыгай. А, я понял. Все. Хитро, конечно, хитро. Еда. Кстати, я еду одну съел, давайте мы возьмем. Так, хорошо. Все рушится. Меня это не радует, если честно. Пошли. Так. И наверх. Кто-то мимо пролетел. Так. Наверное, нам вот сюда надо прыгать, да? Но что дальше? Ага, ну что дальше? Горячо. Оу. Блин, заперты. Не вижу заперты такие маленькие шкатулочки такие. Не знаю, что там будет, что-то не очень важное, не очень ценное, но нет, время тратить приходится. А хотя, смотрите, медаль здесь была. Прикольно. Так, а это... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. По-моему, все потихонечку начинает гореть. Так. Вижу. А теперь уже не вижу. Куда дальше? Ага, вижу. Тут кто-то там висит немного. Ладно. Думаю, он не обидится, что я по нему забрался. Так. Кого-то там раздавило. Ладно, идем. Куда мы идем? Еще одна веревка вижу. Хорошо. Опасно, конечно. Давай, прыгай. Не нравятся мне такие уровни. Ой, не нравится. Ой, не нравится. Так. Куда? Куда теперь? Куда? Сюда. Бежим. Хорошо, я как-то не задыхаюсь.
Надо ступать осторожно. Эта крыша того и гляди упадет. Упадет. Я чувствую, что сейчас упадет. Так. Беги, беги, Гаррет, беги. Опа. Это, наверное, зря, или это так и надо было? Воу-воу-воу, там что-то блестело. Ну ладно. Я не стану туда идти. Я блестяшек уже достаточно насобирал. Я уже просто не знаю, что мне с деньгами делать. В принципе, я расходниками-то особо не пользуюсь. Я просто, ну, не приходится тратить на самом деле. Ой, так, не то я сделал. Я хотел нажать покушать кнопочку. И теперь... Я не делал тебе ничего плохого! Я почему-то так и думал, что что-то будет подобное. Так, хорошо. Беги, беги, Гаррет, беги. Отлично. Так, надо сохраниться, наверное. Стоп. По-моему, я по мосту не успел уже пройти. Давай сюда. Так, я не хочу оказаться в ловушке, если эта часть моста рухнет. Может, наверху будет лучше? Будет лучше. Кто знает. Да, ну елки-палки, как-то все рушится. Нет времени осторожничать. Надо бежать. Нет времени осторожничать. Я и так буду. Так, куда бежим? Куда бежим? Сюда? А, вот сюда, наверное. Давай, оп. Ну, закрыли. Это ж как, что нужно было сделать, чтобы вот это вот все разрушить? Как? Надо вернуться в башню и пополнить припасы. Тут есть над чем подумать. Не то слово. Готово, миссия выполнена. Очередная глава пройдена. Оппортунист, фантом не задался совсем. Ценных трофеев, смотрите, я невероятно много забрал на этот раз. Больше, чем обычно собираю из таких больших глав, да. Ну, конечно, всего добычи я собрал гораздо меньше, потому что я просто обломался бродить по особняку. Так, ловушек 3 из 5. А то, что я там незамеченным, ну, 400 монет мы получили, и то хорошо. Окей, ребята, все, на этом мы серию заканчиваем. Сейчас мы посмотрим на мои трофеи. В принципе, там смотреть-то особо нечего, но мы так глянем одним глазком. Да, витрина трофеев, хорошо. Что у нас тут? Здесь мы даже бегать не можем. Колечко, бабочку одну нашли. Может быть, когда мы соберем полную коллекцию, мы там за нее нам денег дадут? Может быть, но разве что если мы и сможем собрать только коллекцию вот этих, я думаю, да? И то, если повезет, если мы не пропустили одну штучку и не пропустим дальше. Окей, все, ребята, на этом я серию заканчиваю. 6-я глава пройдена, еще 2 главы впереди. Пока что я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, пока, увидимся в следующей серии.